Давно актовый зал не видел такого количества студентов, которые участвуют в замечательном явлении. Я именно явлением обозначаю то, что называется «Клуб интеллектуальных игр». И я искренне желаю, чтобы тот поиск, который будет вот предшествовать ответу, он был очень-очень интересным. Я желаю каждой из 28 команд, которые здесь сегодня, победы и удачи вам!